Сыр – это деликатес и продукт повседневного рациона одновременно. Он является как бы концентратом молока. Белки, жиры, минеральные вещества содержатся в нем примерно в тех же пропорциях. Витаминовая палитра тоже богата. А, Д, Е, ПП, С, группа В и пантотеновая кислота входят в состав продукта, плюс макро- и микроэлементы. Все эти питательные вещества усваиваются организмом почти полностью, поэтому особенно важны для детей, подростков, беременных и кормящих женщин. В зависимости от метода выработки среди сыров можно выделить твердые, мягкие и рассольные. Употребление твердого сыра даже в небольших количествах благотворно влияет на общее состояние организма. Он снимает стресс и успокаивает, положительно влияет на сон, нормализует давление. Твердые сыры прекрасно подходят для завтрака. Мягкие сыры можно намазывать на хлеб и употреблять в качестве закуски перед обедом или ужином, потому что они возбуждают аппетит. Кроме того, они положительно влияют на состояние кожи и зрения, регулируют процессы роста и принимают участие в обмене веществ. Рассольные сыры можно по праву назвать самыми домашними. Польза их неоценима при повреждении костей и для больных туберкулезом. Они стимулируют работу желудка и вызывают отменный аппетит. Рассольный сыр является самостоятельным и самодостаточным продуктом, поэтому его следует есть отдельно от других продуктов питания и в частности без хлеба. Иными словами, независимо от сорта, сыр по праву занимает одно из самых ведущих мест в рационе питания человека. Приятного аппетита!